Спасибо за подарочки. Ложись обратно. Да я тоже так думала, честно, так не хочу. Но надо. Была бы здесь, украл бы без раздумий. Почему все нравятся украсть? Я не понимаю. Почему не поухаживать? Почему сразу украсть? Это что, прикол такой? Воры. Вот реально, воры. Что лохмат? Да блин, не причесалась еще, простите. Только встала. Могу убрать волосы, чтобы не видно было, что я лохматая. Очень красивая, спасибо большое. Ладно, прощаю. А вы в каком городе? Ой, как мило, когда на «вы» пишут. Господи, в каком я городе? Я в Ростовской области. Красть не мое это. Вот, правильно. Красть нельзя людей. Они же люди, в конце-то концов. Where are you from? I'm from Russia. Есть телега? Ну, я думаю, у любого современного человека сейчас есть телега. Как вас зовут? Фая. Хай, хай. Ой, я что-то сделала. Да, все, нормально. Follow me. А как нахуя по-английски? Так. Ой, что-то я, видимо, попала на какой-то сервис индонезский, наверное. Сервис, сказала, да, сервер. Please follow me in inbox. Call a gift. Gift — это типа фотки, да? Пошел ты. Не есть телега. Вот такая это кайф. Даже не вздумай краситься. Нет, я буду краситься. Мне бы вашу ссылку. Ну нет, прошу прощения. Так это не работает. Вот кит. А каких мужчин ты любишь? Ну, по крайней мере. Главное, что мужчина, а не мальчик. Гифт — это подарок. Ой. Упс. Да, ладно. Почему бы нет? Вы в отношениях? Нет, не в отношениях. Подпишись взаимно. Зачем? Ой, что-то у вас как-то поперло много. Очень красивый, думаю, макияж не нужен. Спасибо большое, но он нужен. Потому что все думают, что мне 14. А мне 22. Не, ну с другой стороны, это звучит как комплимент, да? Да? Вы согласны? Я согласна. Зато в 30 буду выглядеть на все 20. Ладненько, рад был пообщаться. До скорого. Пока. До скорого.